Всем привет! Хочу признаться, сегодня мы находимся в городе Мельник. В городе, где соединяются две реки – Эльба и Волтава. Город находится в Среднечерском крае, на 30-35 километров севернее Праги. Мне здесь очень нравится. Давайте я поделюсь некоторыми кадрами. И хотелось бы начать нашу прогулку с центральной площади. Небольшая площадь, но очень аутентичная. Блошиный рынок. Идемте пройдемся по целому, что здесь можно купить. Рассады, цветочки, игрушки, БУ и новые. Ну и с рук приносят, он продает. Если детей смотрите, написано 20 крон за штуку. А вон 100% золото продают. Да, 100% золото. Плотники свою продукцию продают. Тоже рассада. Такие игрушки из дерева. Долговечные. Я-то думаю, блин, это как с рыбкой пахнет. Я же говорю, блошиный такой, с рук продает все. Где новое, где блошиное. Здесь, смотрите, и овощи. Килограмм картофеля. Старого 19,90. Новое 34,90. О, огурчики, родничок, пожалуйста. Вот это я бы сказал петрушка. То, что я в супермаркетах наблюдаю, это, конечно, что-то неправильно названное. Книжки, специи, еще овощи. Колбаски прям в бедре. Мука, лошадки. Молочка какая-то. Дальше я не подойду. Запах аж сюда идет.
tady, jo. No, ale mě... Vino, кофе, пиво. Хороший центр. Мне очень нравится. О, корзинки. Интересно, в чем? Вот такая за 500. Это Мельницкая Радница. Смотрите, там флаг Чехии, флаг Европейского Союза, флаг Среднечешского края и флаг города Мельник. А, и вон пятый флаг, правильно, флаг Украины. Слава Украине! Пройдемся по парку, к мосту, к набережной. Самое интересное будет подниматься. Да? Ты не любишь подниматься? На следующий день. Там я просто пошла по такой крутой дороге, и у меня потом на следующий день так икры болели. Она реально показалась. Ничего, прогулка. Вот такой вот. Вообще, я хочу сказать, такой вообще просторный парк, смотри, и лавочки есть, блин, да. Тут уже вообще никого нет, солнышко прям, а еще дождь шел, я все равно сидела. Может, ну мне эту Прагу переезжать, может, в Мельник, не? Чтоб ты еще за видео сказал. Вот там вот видео буду снимать, всем привет, хочу признаться. Еще сирень расцветет. Ну, видишь, в Либерце снимал, сзади рододендроны были, а тут будет сирень. Все круто. Села птичка на сирень. И сирень, сирень, сирень. Мельницкий замок или церковь. Вон впереди домик. Смотри, вот как они неполезно используют свою площадь. Какая-то елка, цветы. Нечего там буряк, картошечку кинуть. Укроп. Вообще не умеют чехи жить. Подсолнух там. Кукурузки, да. Вообще. Елочки, цветочки, писец. Какая разница? Надо везде засадить. Дзынь, дзынь. 10 часов. Видите, некоторые в субботу еще спят, а Боруцкий уже в Мельнике. Старается, снимает для вас видео прогулку. Ставим лайки. Кстати, смотрите, в Мельнике есть еще свой речной порт. Если видно на видео, то там контейнерный терминал есть, сыпучих грузов. Так что работа есть. Заводы есть, смотрю, там промышленная зона какая-то вдалеке. Ну, туда не пойдем. В парке даже попугай. Я не знаю, это какой-то арра, кокоду. А ну, кто специалист? Ну как, увеличить, если это будет видно.
накидал тут. Иди ко мне, иди сюда. Ага, и куда ты его? Чем ты накормишь его? Ага. Мирику подарю. Да, Мирику как раз надо. Он прям возле автовокзала. Такой парк. Кстати, тут нутрии водятся. Или выдры. Тоже. А ну, кто зоолог? Потому что у меня на канале сидят и вирусологи, и военные аналитики. А ну, зоологи есть или биологи какие-то? Вон, кто это? Кто это? Выдра, нутрия, болотная крыса. Я ушел. А он жирный сидит, хорошенький. Кушает. Верма. Ну, вот такой мини-прогулка. Прохаска. Прохаска. Нам можно прямо на стол. Ну идем на автовокзал. Будем ехать опять. Все, ребята, будем заканчивать. Идем на автовокзал. Поддержка, комментарий приветствуется. И не забывайте, что все у нас будет хорошо. А что вы думаете по поводу города Мнельник? Пока.